О, трактор пришел. Дрова привез, колотые уже, готовые. Ушли куда-то. Тракторист ушел. Кому привезли-то, интересно. Там. Сейчас пойдем узнаем, сколько там дров. Снег сегодня идет. Колотый сразу вколет в лесу. Точно цепляют. В лесу колят, грузят и везут. О, береза. Что, вываливать будете? Цепи одели на колеса. Сейчас он очистит сначала. Что, снег будет чистить? Сколько стоит телега? А? Водопроводные. Цепи одел спереди. Цепи одел, это говорю, спереди, сзади. Толкал бы туда прям. А я думал... Я думал, от Казанкова привезли дрова. Лава, кажется. Я ничего не имею, конечно. Легче купить. Легче купить сейчас. Надо выписывать, ехать, отводить, пилить, колоть. Я не знал, да. Куда будет валить? Ну, я вот так не верю, да? Ну, мосты блокированы уже. Все? Ну, 66-й. Там цепи одеты. Что ты ему?
Труба, говорю, нахуй идет. А, труба идет. А что такое? Тут это затычки. А вот труба твоя. Труба же? Нихуя. Ну, труба это. А он вот как раз до трубы. Наверное, разворачивается сейчас будет. Казанков выбежал. Сейчас вывалит. Ну, дохуя ничего не дров там не пилили, да? Ответка. Ну, сколько этих возили, да? Слушай, лес-то красный нет тоже. Пилит что? Не знаю. Пилит. Пилит. Бреточек? Нет. Ну там вроде как по Ивановой дорожке. Или по Увалу, или где-то там. Пилит я, он толстый. Ну там, там много пилит, там не только они. А кто же? Да я не знаю, как это ездит. Вот белорус ходит, два штуки, один с куном, другой с восьмисторой. Ну, я вижу. Ну, в гостинице живут. Нет, я бедный Сеткин, это такой Малешка. А у моего Малешка кто грудь? Нет, нет. Сам грудь. Ю Малешка. А как он проедет? Сквозь? Сквозь. Сильный, но... Кости? Не знаю. Ну? Простой, просто 50 размеров хуем пойдет на... Ну, оно уже это... Одно колесо будет. Колесо, да-да-да. Так. Он сейчас тут забуксует. Забуксует сейчас. И сейчас туда-сюда качнется, прилетит. Он вчера по такому селе гонял. В лесу? Здесь. Здесь? Да. Сейчас туда-сюда качнется, прилетит. Снег, вот, куда нахуй? Вот. Рядом с сугробом я покажу, сколько снега. Ну вот, больше метра.
крутите? Под горой тянете? Ну там, под Полякова. Ну. А как забираетесь наверх? Нормально. Смотри. Туда-сюда кочерка. Вот и все, и поехали. Нет, поехали. Я говорю, мосты блоки от 66-го, там дифференциал же стоит повышенного трения. Так, ну вот, дрова, такая тележка. Получилось. А я думал, может, говорю, это, ехать, сугроб вывалили. Сугроб вывалили. Где? На дороге. Не будет чистить? Да. Будет чистить. Видишь, дорога сейчас узкая стала. Осины нету, сосны есть несколько полешек.